скажет свой неверный ответ, Лиза, Алекс будет поправлять Жене его прическу. Я обещала вам показать свои духи. А вот эти самые любимые. Вот прям мои самые любимые. Также пользуюсь этими. Самые популярные модели. Потом я люблю эти. Эти. Сейчас я вас разбужу. Эти. Но так у меня не очень много. С добрым утром, не спящие, проснувшиеся. Счастливые, радостные люди, которые ожидают чего-то очень хорошего от этого дня, как и я. Вот, просыпайтесь и через скоро в 10:00 включайте Love Radio, где я буду что-то говорить. Вот. Жду вас и люблю вас очень. Все помните, в 10:00 Love Radio. До встречи. Сейчас пойдем. Love Radio. Медуза, piece of your heart. В твоем Love Radio принято в тайне в соцсетях. Да. Есть тайный аккаунт в Инстаграм? Да. Принимала препараты для похудения? Нет. Покупала игрушки в интимном магазине? О, да. Пользовалась этими игрушками? Всегда. В одиночестве пользовалась? Даже сегодня. Ревновала Гуфа к другим после развода? Да. Боишься потерять популярность? Да. Хорошо, давай дальше. Стоп, третий. Так, третий. Сегодня Айза хочет быть прям мамой-мамой, а вчера, когда фотки свои выкладывал полуголую, не приходило в голову, что сыновья скоро будут их рассматривать. А где они, кстати, эти были полуголые фотки? Это полностью не постановка, это действительно людям заставляют есть сердце змеи. Это полностью не постановка, и это такой ужас. Какие-то моменты, я просто думала, слава богу, что я не участник. Они все... Смотри. Немного упоротости вообще не помешает. Ой, а ты кто? Ууу, на прищемление. Не, ну вот это вообще упоротый. Мой самый любимый суп – это с морепродуктами. Правда, я прошу креветочку не класть. А у Даши Ко рамен мисо-суп. Ням-ням. Идеальный фильтр для человека с опухшей мордой. Он реально идеальный. Потом убери на секунду. Смотри, вообще. Дай, Даша, да, ничего. Нет никакого фильтра. Есть фильтр. Она наёбывает. А, вот это хуйня в лицо. Понял? Но я с таким не снимаюсь. Не знаю, у меня возьми. Но я с таким не снимаюсь, потому что это... Накручивала подписчиков? Нет. Следишь за кем-то в тайне в соцсетях? Да. Есть тайный аккаунт в Инстаграм? Да. Принимала препараты для похудения? Нет. Покупала игрушки в интимном магазине? О, да. Пользовалась этими игрушками? Всегда. В одиночестве пользовалась? Даже сегодня. Помните, что сегодня четверг, а в четверг 19:00 что? Любовь на выживание? Да. Любовь на выживание на канале Пятница. 19:00, смотрите. Давайте снимать сторис, отмечать меня и Friday TV, чтобы мы все видели, что вы смотрите. Ну, еще можете указать свой город. Даже интересно, в каком городе вы смотрите. Искренне не понимаю, когда люди, которые перестали работать, начинают друг другу пакостить. Фу, я вот когда перестаю с кем-то работать, вообще все как бы... С благодарностью отпускаю и ничем никак не горчу. Но, походу, в этом мире, в котором мы находимся, нужно именно так. Окей? Тогда я буду играть по вашим правилам. Давайте попробуем. Хорошо. Особенно я не советую со мной никак ругаться людям, у которых язык без костей.
и которые очень много говорят про других людей за спиной. Опять же, я все про профессиональное говорю. Ну, пожалуйста, не ставьте мне палки в колеса, и я не буду. Я думаю, вы понимаете, как я говорю. Да? Понимаешь? Вы еще не знаете проклятие Айза Анохи. Да, мне нравится. Весне. Это пауза. Всем привет, меня зовут Айза, и мы сейчас находимся в артикле «Весне». И меня постоянно спрашивают, какой мой любимый аромат. И это вот это. Мы делаем татуировку. Это не больно? Нет. Это навсегда? Раз, два, три, поехали. Оп. Ой, как приятно. О, где? Сейчас, где татуировка? Слишком долго ждали, понимаете? Что это? Ну, смотрите. Тебя не берет уже. Давай. Готовы? Да. Раз, два, три, поехали. Вау! А вы себе выйдете? Да, давайте ей тоже. Давай, Даш, что я одна вся татухах. Давайте мне тогда много таких. Прикольно. Целую неделю я буду проверять ваши чувства на прочность. Готовы? Да. Да. Сегодня мы находимся на Пном Кулен. Это священное место, и в древние времена здесь находилась столица Камбоджи. Змея в камбоджийской культуре. Это мать и прародительница всех кхмеров. Абсолютно все жители этой земли считают, что они произошли от короля змей Нага. И верят, что змеи дают им красоту, здоровье. Ты вот наведи голову вниз, чтобы все увидели. Да, вот, вот. Я так делаю. У меня все отлично. Все подтянуто, все нормально. Я сейчас делаю специальную зарядку для этого. У меня нет. Как поступают люди с осознанным потреблением. Так очень вот. Осознанно потребляем 10 килограммов. Блин, жесть. Спасибо большое, до свидания. Не покупайте, не берите пакеты пластиковые, пожалуйста. Носите с собой авоськи. Ну вот у меня авоська, у меня, в принципе, там вся моя жизнь. Если она сейчас не придет, это будет значить, что вы расстались навсегда? Ну, я думаю, да. Я надеюсь на то, что она просто опаздывает. Я очень надеялся на то, что она даст мне второй шанс.